Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Сейчас мы выполним задание номер 6 на странице 83 учебника математики для 2 класса автора Маро. Измерь каждое звено Ломана и найди ее длину. Это первое задание. Итак, вот у нас дана ломаная. У этой ломаной 4 звена. И длина каждого из этих звеньев равна 2 сантиметра. Чтобы узнать ее длину, нужно сложить 2 плюс 2 плюс 2 и плюс 2. То есть мы по 2 должны взять 4 раза. Это можно заменить умножением 2 умножить на 4. Получится 8. 8 сантиметров длина ломаной. Второе. Начерти квадрат, периметр которого равен длине этой ломаной. Квадрат – это прямоугольник, у которого все стороны равны. Если периметр квадрата 8 см и у квадрата все стороны равны, то для того, чтобы узнать длину одной стороны, нужно 8 разделить на 4. Получится 2. 2 см – длина стороны. И мы чертим квадрат, длина каждой стороны которого равна 2 см. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.